Всем снова большой-большой-большой привет. После долгого перерыва я снимаю на старом фоне. Некоторые изменения нам придется с вами потерпеть, поэтому я как хамелеон опять оделась и сделала волосы под цвет фона. Когда почему-то я снимаю на черном, я одеваюсь в черное, когда я снимаю на бежевом, я одеваюсь в бежевое. Я не знаю, хотя я специально не подстраиваюсь, но так получается. В общем, моя блондиничья логика, как всегда. Сегодня я расскажу вам про мои наборы. Наверное, если вы следите за мной в Инстаграме, ВКонтакте, то вы уже везде видели их анонс. Я их уже запустила в продажу. Это наборы не моего производства, а просто собранные мною из разных бюджетных хороших косметических марок, которыми я лично пользуюсь всеми средствами. Сейчас я вам про них буду рассказывать, их покажу. Цена даже меньше рыночной получается, то есть очень удобно. Совместно с сайтом Just for Makeup, это мои партнеры, очень хорошая девушка Виктория, она ответит на все ваши вопросы. Доставка абсолютно в любые даже страны, не говоря уже про города. И стоит недорого. В общем, поехали, давайте я вам расскажу про каждый набор в отдельности. Итак, прямо буду смотреть по сайту, потому что мне важно, чтобы вы знали, так как на сайте будет написано, так вам будет заказывать. Вот заходите на Just for Makeup Rev 4, ссылка, и выбираете в меню, я не знаю, будет видно вам, не видно, здесь написано слово меню, набор от визажиста-блогера. И вот моя имя, фамилия здесь дана, и поехали. Три набора, фотографии и описание. Итак, первый набор у нас с вами, это набор Голливуд. В наборе Голливуд, значит, он стоит 2000 рублей, 1999 без рубля, 2000. В него входит у нас, первое, это черная подводка маркер от Just. Вот так она выглядит. Обычная подводка, почему выбрала ее? Потому что это бюджетная, но хорошая при этом профессиональная фирма Just. И недорого стоит, хорошо рисует. В общем-то, обычная подводка в фломастере. Плюс ко всему, новичкам, тем, кто не профессионал, очень удобно использовать подводку именно такой формы. То есть ту, которую удобно держать, зафиксировать в руке, которая будет сама по себе очень проста в использовании. Поэтому для шикарных стрелок подводка. Дальше в этом же наборе просто потрясающе классная помада под названием Made Me от Sleek. Наверное, вы знаете, это очень популярная серия помад от Sleek. У нее самый шикарный оттенок. Я сейчас сюда вставлю фотографию. Это новый оттенок, называется он Vino Tinto. Потрясающего, потрясающего такого цвета. Я не знаю, как назвать. Лилово-бордово, такой приглушенно, я не знаю, вишни такой немножко уходящий, может быть, более холодный, подойдет абсолютно любому цветовому типажу. Фотографию, опять-таки, повторюсь, сейчас сюда вставлю. Сделаю вам небольшой сводч на руке. Вот так вот выглядит. В этот же набор также входят накладные реснички. Они у меня на фотографии не представлены, и сейчас их с собой нет. Но любые вы можете выбрать, либо пучки, либо реснички, на ваше усмотрение. В принципе, почти в каждом наборе вы можете выбрать этот продукт другого цвета. Если вам очень сильно хочется, это не проблема. Возможно, даже составление индивидуального набора, если вы у меня на курсах были, я вам могу посоветовать и подсказать. Виктория вам поможет его собрать. Но в общем и целом, здесь предложены мной именно те оттенки, которые шикарно смотрятся, которые пойдут всем. Поэтому, если вы не знаете, что вы конкретно хотите, выбирайте стандартный набор и ничего не придумывайте. И в этот же набор входит вот такая вот палеточка от Sleek. У меня куча разных таких палеток, если вы смотрите мои видео, я надеюсь, вы знаете. Очень приятных нюдовых оттенков, с которыми можно составить вообще любой, абсолютно любой макияж. Они все супер пигментированные, супер стойкие и офигительно тушуются, потому что Sleek — это одна из тех марок, где при своей довольно бюджетной цене довольно профессиональные продукты. Я бы назвала их больше профессиональными. Тут есть как матовые оттенки, самые базовые, которые нам нужны на подложку и на затемнение, на работу с глубиной. Это бежевый, вот такой вот коричневый. Также есть очень красивые оттенки, золотистые, нежно-розовые, те, которые можно добавить на середину века в качестве выделения цветового акцента, но при этом цветовой акцент будет довольно такой
не яркий, а именно такой, который сейчас модно. Это вот красноватый. Тоже у меня в последнем макияже, тоже сейчас ставлю фотографию, фотосессия, которая была вот только-только что, я использовала этот оттенок. Дальше легкие перламутры и вот сильный перламутр, который работает, у меня сейчас он использован на высветление под бровью внутреннего уголка глаза. Этот же перламутр я люблю использовать в качестве хайлайтера, поэтому палетка офигительная. Называется она All Night Long 429. Написано название, упаковочки все будет у вас, то есть абсолютно все продукты, естественно, новые, а то у меня тут есть, бывали вопросы такие, а что у вас, Ксения, бэушные продукты в наборе, на этот вопрос я, конечно, усмехнулась, нет, ничего не бэушное, это все от производителя, просто они недорого стоят, потому что составляла их я, и специальная ценовая политика такая, чтобы вам было удобнее, мы работаем на массу, а не на цену. iDivine Palette, повторюсь, вот такая вот палетка, то есть получается у нас 4 элемента входит: подводка, помада, ресницы и такая палетка. Можно сделать любой красивый, шикарный макияж и хайлайтер в этой палетке, и темные оттенки, то есть любой макияж, он вам подластен, если у вас есть 4 продукта, красивый, голливудский, модный такой, в современных тенденциях. Следующий набор у нас называется Must Have, если я не ошибаюсь. Да, must-have. Я просто смотрю по последовательности на сайте, потому что я сама их называла, я знаю, как они называются. Must-have у нас входит, в первую очередь, это палетка оттенков для глаз, естественно, теней, абсолютно матовых, которая идет абсолютно любому цветовому типажу. Абсолютно-абсолютно. Сходи на курсы журналистики. Вот такие очень-очень приятные пигментированные оттенки. Палетка фирмы Catrice. Для тех, кто не знает, это бюджетная марка, довольно популярная. Несмотря на свою бюджетность, я выбрала именно ту палетку, которая хорошо пигментирована, которая держится на базе шикарно, потому что без базы, я считаю, ни одни тени не держатся. И та, которая хорошо тушуется. Естественно, она подойдет как для вечернего, допустим, смоки, так и для дневного макияжа. Да, это нежно-розовый, на высветление полностью всего пространства, припудривание. Для тех, кто ходит ко мне на курсы, знает, что это такое. Для выделения складки века. Да, посветлее, потемнее, в зависимости от цветового типажа. Для затемнения внешнего уголка, для использования в карандашной технике темных оттенков. Белый цвет, да, тоже для вечернего макияжа входит в этот наборчик. Поэтому шикарная палетка, стойкость на базе, ну, отличная. Как бы как и Sleek, в принципе, как любая такая нормальная марка. Может быть, конечно, не Inglot в плане такой плотности цвета, но для повседневного макияжа я сама ее использую, абсолютно нормально подходит, и для какого-то вечернего Absolute Matte называется она, Catrice Cosmetics. В этот набор входит у нас с вами самый лучший гель для бровей, который я когда-либо видела. Когда я хвалила Inglot, я не пробовала Just, потому что я думала, что раз Inglot дороже, профессиональнее, популярнее, соответственно, нет смысла использовать какие-то более дешевые продукты, Inglot будет победителем. Нет, Just for Makeup, опять на этом сайте заказывайте Just Makeup Brow Gel, опять-таки от Just. Это мой любимый 418 оттенок, у меня он использован весь. Вот смотрите, сейчас на каждой моей фотографии, на каждом моем видео я использую эту помадку. Она стойкая, держится даже в бассейне, сразу вас предупреждаю, даже в тренажерном зале, если вы подводите брови туда, допустим. И при этом она шикарно тушуется, не сохнет, как Inglot, в отличие от Inglot, Inglot сохнет, и ее побольше, все-таки продукты здесь больше, а стоит она в разы дешевле. Я не знаю, почему, что они добавили туда, почему мне этот состав нравится намного больше, почему намного дольше держится, и почему вообще в работе мне больше нравится, но почему-то вот Just победили. Даже Маковская и Анастасия Беверли Хиллз немного уступают, вот в моем понимании, но у Анастасии, Беверли Хиллз, у них может быть чуть-чуть более пигментировано, хотя линейка оттенков Just тоже, в принципе, довольно нормальная, вы можете выбрать. Вот этот 417, он подходит всем. В моем наборе представлен любой оттенок, то есть главное это подводка, вы выбираете. Представлен любой, вы выбираете. Следующий любой элемент набора – это карандаш. Вам ваш любимый 207 или 211, то есть тоже на выбор, в принципе, любой оттенок можете выбрать. Я вам советую 207, вот у меня такой коричневатый. Он идеальный нюдовый, он подходит под любую помаду нюдовых оттенков. Ежедневный макияж, очень часто сейчас ставлю сюда фотографии, меня спрашивают: Ксюша, какая помада, чем-то увеличивала губы и так далее. Это вот этот карандаш.
монтаж, вставлю сейчас сюда еще одну несколько фотографий, чтобы вы поняли, он под любой оттенок помады подходит, то есть не обязательно именно такой оттенок помады. Я очень люблю использовать его, нанести чуть-чуть выше контура губ, заштриховать примерно до середины и взять нежный бальзам для губ, немножко бежеватого оттенка, и полностью покрыть губы. Идеальное сочетание, либо чуть-чуть обводите капельку, берете пальчиком, немножко растушевываете и наносите светло-розовый блеск для губ. Очень красиво смотрится. Добавляет объема, добавляет хорошего контура и подходит абсолютно любому цветовому типажу. И следующий, последний элемент этого же набора must-have. Это у нас палетка Contour Kit от Sleek. То, без чего я жить вообще не могу. То, чем у меня сейчас сделана коррекция лица. Пожалуйста, там два оттенка у нас, по-моему, light и dark, я не помню точно, посмотрите обязательно на сайте Just for Makeup Ref 4, ссылку я оставлю, естественно, под видео на каждый набор и на этот сайт. Два вот таких вот продукта в этом наборе, это хайлайтер, очень красивый, вот можете у меня сейчас его смотреть, он полупрозрачный, он не кладется блестками, он не кладется очень-очень плотно, он легкий, полупрозрачный, но его достаточно, чтобы он хорошо отражал свет и смотрелся именно хайлайтером, а не просто какой-то полупудрой, потому что есть Dolce & Gabbana хайлайтеры, некоторые, которые меня вообще удивляют, почему они так названы, потому что они больше похожи на скульптуры, там свет отражающих частиц нет вообще. Здесь хороший-хороший хайлайтер и не менее хороший бронзер приятного нежно-коричневого оттенка, холодный. То есть не будет какой-то сильной рыжины, не будет какого-то сильного такого бронзово-рыжего, немножко красноватого оттенка. Он правильный, он подходит почти всем, особенно если хотите слегка сделать лицо более загорелым, а не просто подчеркнуть скулу аккуратно, нежными движениями наносим. Входит в наборчик. Очень удобно, значит, вот эти вот продукты, у меня палетка, гель для бровей, контур кит и карандашик. Стоимость этого набора всего... Стоимость этого набора всего 1399 рублей. 1400 рублей, девчонки, за 4 продукта. По-моему, уже все. Дешевле быть не может. Все продукты новенькие к вам приедут на второй, там, через 2 дня. Вот так вот. Обязательно покупайте. Сама все составляла. Естественно, это у меня не производителями заказано. И последний набор. Пока 3. Скоро будет расширение 100%. Потому что мне очень интересно. Мне очень нравится с вами работать. Мне очень нравится то, что вы услышите мои советы. И скоро, думаю, будет расширение. Последний наборчик. У нас идеальный тон называется. Он стоит чуть подороже уже. 2259 рублей. Все равно, я считаю, за такие продукты это очень маленькая цена. В него входит хороший, бюджетный, но при этом тон на водичке, который держится 18 часов, как у нас производитель заявляет, так и есть. All Made Plus от Catrice. Матирующее тональное средство. Я его, в принципе, рекомендую даже обладательницам сухой кожи. Просто важно положить базу, потому что я не чувствую от него какого-то пересушивания. Просто хорошо держит матовый легкий тон. Плотность у него средняя. Он не слишком легкий, как BB. Он не слишком плотный, как тон на силиконовой основе. Он чисто на водичке. Приятный легкий тон. У меня здесь оттенок выбран какой-то тут под названием Sand Beige. Он довольно темный из тех, что там есть посветлее. В этот же набор входит катрисовская база, Prime and Fine, называется. Хорошая база средней стойкости клиента, мы себе использую. Продлевает стойкость действительно макияжа, если вы еще потом спреем закрепляете, то вообще все супер. Плюс матирует поры, немножко их затирает, но при этом нет ощущения сухости, что очень важно. База тон, румяна у меня Just. Я туда... в набор засунула универсальный вот такой нежно-розовый, очень-очень приятный оттенок. Я его безумно люблю, честно скажу. Он не слишком холодный и не слишком теплый. Показываю. Даже вот видно, да, что он подойдет. И мне сейчас абсолютно любой из вас, я в этом уверена, в набор входит кейсик в упаковочке для этих румян, чтобы вам было удобно носить с собой. То есть вы вставите прямо в кейсик на магнитике, все у вас будет держаться. Если не хотите, если у вас есть блистер, вы профессионал, допустим, можете вставить туда.
Это все в этот же набор. И последнее — это бестселлеры просто всех моих клиенток, всех моих подписчиц. Это хайлайтеры от Sleek в этой золотой упаковочке. У меня они уже заюзаны, естественно, потому что это любовь всей моей жизни. Я их всегда смешиваю вот так вот большой кистью и наношу на необходимые для высветления части: спинку носика, скула, под бровь, над верхней губой и самые выступающие части подбородка, лобика. Это если у вас какая-то вечерний выход, профессиональная съемка. Если у вас ежедневный макияж, советую легко наносить вот сюда вот и чуть-чуть сюда, и буквально капельку на спинку носика. При большом желании можно, конечно, составить индивидуальный набор, то есть добавить какие-то продукты в какой-то из существующих наборов, либо составить абсолютно новый набор с другими продуктами. Если вам нужен мой совет, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Если вам нужен совет Виктории, обращайтесь к Виктории. Она вас, в общем-то, и скоординирует по доставке, по цене и по составлению нового набора. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео. Обязательно приходите ко мне на канал, обязательно приходите ко мне на курсы в Петербурге, в Москве. Пишите мне в WhatsApp, в Инстаграме, ВКонтакте. Всех люблю, целую. До встречи в следующем видео.